Перукуа, исполнительница глубинной музыки из Австралии, дала свой концерт 17 октября. В Уфе ее можно услышать нечасто, поэтому мы приехали сюда, в Уфимское училище искусств, чтобы познакомиться с ее творчеством. Я считаю, что это такое направление, когда человек своим творчеством умеет подключать и включать людей, особенно вот если я работаю больше с женским направлением, мне очень нравится, как она именно включает женскую энергию в участницах ее мероприятий. Женщина, наполненная, одаренная таким талантом, который притягивает. И придя сюда, увидев столько народу, я понимаю, что я сделала правильный выбор. Сегодня будет это волшебное знакомство, и я думаю, пополню ряды ее поклонниц. Я очень счастлива, что я попала на этот концерт. Я бывший музыкант, тоже учился в училище искусств, бывший народник. И как бы мне это знакомо, очень для меня интересно, и дочке тоже интересно. Если честно, я вообще не знаю этой певицы. Я узнал от своей жены, она купила билеты, поэтому сейчас буду лицезреть и рассказывать всем, если понравится. Очень сильный у нее голос, очень нравится, и очень он сильно воздействует на женщин, что-то пробуждает женское, божественное наше, видимо, истинное какое-то начало. Поэтому с удовольствием купила билет, как только узнала, что она пролетает. С удовольствием, надеюсь, получить большое удовольствие. Добрый вечер, Лука.